Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 378. Спешите, образуя от прилагательных данных в скобках простую сравнительную степень. Подчеркните прилагательные как члены предложения, у каких прилагательных форма простой сравнительной степени образуется от другой основы. Здоровье дороже золота. Добрые слова лучше мягкого пирога. Слова слова, мягкого мягок, пирога, словарное слово. После работы еда вкуснее. Четвертое. Правда светлее солнца. Дождливое лето хуже осени. Дороже, лучше, вкуснее, светлее, хуже. Это будут все сказуемые. У прилагательных «хороший» и «плохой» форма простой сравнительной степени берется от другой основы. «Хороший» – это значит «лучше», а «плохой» – это значит «хуже». Выполним синтаксический разбор первого предложения. «Здоровье дороже золота». «Здоровье подлежащее». «Дороже сказуемое». «Дороже чего золото» – это дополнение. Предложение повествовательное, невосклицательное. Распространенное, простое, двусоставное. Выполним морфологический разбор слова «работа». Это существительное, начальная форма «работа». К постоянным признакам относится то, что это имя нарицательное, неодушевленное, женского рода, первого склонения. К непостоянным признакам именительный падеж – единственное число, после чего – после работы. Предложение является дополнением. Понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на наш канал. Есть предложения, пожелания или вопросы, оставляй в комментариях. Со всеми прощаюсь. До следующего видео.